Ну что, начинаем наш влог. Всем привет, ребят. Зашла на наш YouTube-канал. Была в шоке, что, оказывается, 8 месяцев мы не снимаем. Так получилось, но у нас все хорошо, не переживайте. Я и в Instagram писала, в комментариях отвечала, что все хорошо. Просто вот решили сделать такую длинную паузу. Конечно, я не рассчитывала, что она будет такой длинной. Не получалось. Вот что-то такое, знаете, бывает, когда не идет и все. В прошлом месяце я собиралась тоже снять влог, снимала уже, но заболела. Опять пауза, опять то, все, ну, в общем. Какие-то, знаете, такие моменты бывали, что останавливала, не знаю почему. Странно очень, то кто-то заболеет, то я заболею, то еще что-то. В общем, это все откладывалось аж такой вот, вот такой большой срок. Самое главное, что все живы, здоровы, у нас все хорошо. Мне нужно сварить спагетти, что-то я поздно начинаю. Дети уже сейчас придут со школы. У нас эта неделя последняя. И все, и летний каникул. Бонечку надо загнать домой. Бонечка домой. Уже погуляла. Вот у меня наши красавицы. Вот. Если честно, я даже уже разучилась, как снимать. Не знаю, что говорить. Что вам рассказать, даже не знаю. У нас, в принципе, нет прям каких-то таких новостей серьезных. Как жизнь идет потихонечку, как обычно. Маргарита закончила уже, так можно сказать. Завтра последний день у нее. Кстати, завтра у нее выпускной. Почему? Как бы я тоже захотела снять влог, если получится, я немножечко вам засниму сегодня и завтра. Сегодня у нас 2 июля, завтра 3, завтра у нее будет вручение и, ну, типа такого маленького выпускного, там немножко в школе побудем и потом они поедут сами отмечать, сами дети. Ксюша, Каролина с Максом, они продолжают учиться до пятницы, получается. Пятница у них последний день. Так что вот такие дела. Я пока точно не знаю, когда я буду снимать влоги, сколько раз там в неделю или сколько раз в месяц, как получится, ребят, правда. Летние каникулы у нас 5 недель. Я не знаю, поедем ли мы куда-то. Очень быстро летит время, уже июль, почти середина лета. И я даже не знаю, если мы куда-то поедем в этом году, потому что с бабушкой тоже особо никуда не поедешь далеко. Может быть, куда-нибудь недалеко. Здесь у нас где-нибудь по Швейцарии, не знаю. Пока что даже не планировали. Он какой здоровый. Ой, тут что-то у него расчесать. Посмотри сюда. Не уходи от меня. Дай посмотрю, у него там что-то на шее висит. Не дается, а? Иди сюда. Кстати, диван мы поменяли. Я его так застилаю, потому что кот дерет. И на ночь я вот эту вот подстилочку стелю, чтобы он не подрал наш диванчик. Вот такой у нас диван теперь небольшой. Потому что старый уже все. Он уже весь начал сыпаться. Не от того, что кот дерет, а из-за того, что уже просто материал старый, кожзаменитель. Конечно, уже 5 лет служила свое, вот теперь он стоит у нас здесь, видите, готовится к выезду на свалку. У нас еще не просто так можно выкидывать такой мусор, за него нужно платить за каждый килограмм. В общем, нужно вывозить мебель в специальное место, мебель взвешивается, сколько там килограмм, за каждый килограмм нужно платить. Я убрала подстилку, и он сразу начинает драть, я не знаю, я когти ему уже стригу, и все равно он цепляется. Очень много места. Дети спокойно могут бегать, прыгать. Втроем свободно помещаемся на этот диван. А так, в принципе, мы все вместе никогда не садимся. И столик вот так вот я переставила. Это, кстати, тоже нам нужно выбросить. Там у нас старые вещи, обувь, все такое нужно увезти. Со вчерашнего дня у Маргариты в школе такие тематические дни. Знаете, может быть, тоже многие школы так делают. Вчера 3 дня у них получается, понедельник, вторник, среда. Вчера они должны были прийти в одежде какого-нибудь там, не знаю, мультяшного героя, который они смотрели в детстве. В общем, там такая девочка с рыжими волосами. У нее штаны такого зеленого цвета. В общем, она переодевалась в эту девочку. Сегодня у них, какой у них сегодня день? По-моему, мафия, что ли. Ну, в общем, в черном, типа, все придут в черном, я так понимаю. Она пошла в черных штанах, в черной футболке. Черные очки. Завтра она говорила, что они должны прийти как в детский сад. Когда вот они ходили маленькие в детский садик, детский рюкзачок, там, не знаю, она косички хочет заплести, юбочку наденет, там, не знаю, футболочку какую-то. В общем, в стиле детского сада, когда они были маленькие и ходили в детский садик. Все, и завтра последний день, завтра у них будет вручение. Все самое интересное рассказала, вроде ничего не забыла.
Пусть варится спагетти. А я сейчас, что мне нужно сделать? У нас еще такое дождливое лето. Просто ужин у нас. Можно так сказать, что у нас не лето, а, не знаю, осень. Каролина! Я сегодня никого вообще не предупреждала, что буду влог снимать. Все уже отвыкли, да? Уже смотрят так, что у нас с камерой ходит. Ксюша приехала. Ксюша, будешь кушать эти спагетти? Оценки дали? Привет. У меня это видео, которое снимала, шестерка. Это мой цвет низ. Посмотрим оценочку. Немецкая у меня пятерка. А было 4-5. Математика 5-5. Итальянский не было. Что у тебя улучшилось? Немецкий, математика, английский хуже стал. Английский хуже? Да, я не знала. А что? У тебя английский 5,5 было? Да. Он на полбалла снизился. Ну, потому что она очень много грамматик делала. Нет, это слова выучить. Это мне только было 2 раза четверка, а так только 5. Математика на полбалла выше, да? Немецкий на полбалла выше. Хорошо. Они потом суммируют самые важные, да, эти? Это важные 4,9, неважные 5,5, все вместе 5,2. 5,2 это хорошо. Угу. В общем, общий балл у нее общий по всем предметам 5,2. Давай, тебе еще один год остался. Вот немецкий 4,5 было, теперь сейчас четверка. Так и было. Нет, английский был 5,5. Английский 5,5 было, да. Это был первый семестр, а это второй. 9 класс. На следующий год будет выпускаться. Маргарита. Маргарита завтра выпускается. Все. Маргарита идет работать. Не пойдет, что ли? Нет, она пойдет. Завтра последний день у нее в школе. И она идет в августе работать. В больницу, кстати. 3 дня. 3 дня она будет работать. И 2 дня она будет учиться. И так она должна в течение 3 лет проучиться. Это получается 10, 11, 12 класс. И плюс она еще работает на профессию. Тут один тут, один папа, один тут. Прям синей ручкой? Без разницы. Папа. Без разницы? Наконец-то, неужели закончился учебный год? Макс перешел в 3-й, Каролина в 4-й. Но они почему-то жалко. Я думала, что они попадут в один класс, но их разделили. Наверное, потому специально что... так сделали. Наверное. Потом... Но они все-таки в первом, во втором классе они учились вместе. Он по этой книжке Ксюша готовила в школе. Теперь эта книжка ее. Так же, как у Маргариты есть одна книга, когда она закончила уже. Все, уже готовить ты не будешь, да? Целый год, да, готовили, получается? Ну, сейчас я могла бы было бы еще выбрать. Пять готовить, но не выбрала. Угу. Ксюша могла выбрать и дополнительный урок, но она в этом, на Новый год, на новый учебный год она не хочет, вообще ничего не выбрала, да? Потому что я в этом году делала. В этом году она выбрала английский, и она говорит, толку вообще-то этого не было. Зря время тратила, да? Ну ничего, классно, книжечка теперь у нас будет. Тут десерты разные. В общем, все. Все есть. Классно. Не хочет она брать жилетный рюкзак. Ну ладно. Без рюкзака, но с жилеткой. И с косичками. Привет. Ты прям наденешь ее? Или там наденешь? А, понесешь. Давай. Пока. Последний день школьный. Пока-пока. Давай, пока. Как вы уже поняли, что влог снимаю уже на следующий день. Сегодня у нее последний день школы. Нужно было одеться, как в детский садик они одевались. Ну, в общем, рюкзачок она надевать не захотела. Ну ладно. Помыла вчера голову, мне нужно сегодня накрутиться, потом мне нужно накрутить Маргариту, одеться, собраться, и в 5 часов, в 5:30 вообще начинается в школе вручение, и нам нужно будет хотя бы часиков в 5 быть, наверное, там уже. Сегодня передают дождь, прямо вот в то время, в которое мы поедем, в 4 или в 5 часов будет сегодня дождик, так что не очень повезло, конечно, с погодой. Вот, ну ладно. Все в школе, все убежали, разбежались. Ксюша тоже с нами сегодня поедет. Пойдем сюда. Гуляла?
Нагулялась? Оливковое масло. Потом берем сухой чесночок. Сюда. Перчик. Тоже сюда. Красный перчик. Паприка сушеная. Перемешать и в грильку. Сюда. Как раз помещается 3 штуки. Ну, можно 4 как-то утрамбовать, уложить, но там прям места мало будет. Все. Пусть готовится. Тут у меня тоже сушится, рис варится. Мы заканчиваем. Маник. Французский делаем. И у нас еще сколько остается? До 5-3 часа. Накрутиться, накраситься, одеться. Достаточно? Достаточно. Я уже заканчиваю, сейчас дорисую. И все. И будем сушить волосы и накручивать. Тут сердечко у нас. На одном пальчике сердечко, на другом все. Все. Давай сушить волосы. Пожалуйста. Я пока буду убирать, иди суши волосы. Только не сильно таким горячим воздухом, а то сейчас я буду еще плойкой. Кудряшки пока весело. Такие как прядочки. И мальвинку просто завязали тут. Итак, не заморачивались. Yes. Да? Yes. Теперь я пойду накручиваться. И дождь у нас пошел. Ты тоже этим будешь закручиваться? Или... Нет, я, наверное, это вот этой штукой. Мне так быстрее. И, мам, ты можешь помочь карамель сделать? Я вот такой. Карамель сейчас не могу. Мама, некогда. Пока я буду себя накручивать, пройдет больше, чем час, наверное. За 40 минут. Я вообще-то думала, будет около часа, но в этот раз прям как-то быстро. Что-то там Ксюша спорит с кем-то. Что с этим делать? Не надо. Все лохматое, смотри на меня. Как у тебя заколоть или так оставить? Вперед, уйди. Папа нарядный. Кофей, умывайте кино. Похудел, да, похудел. Все, мы готовы. Маргошу не поснимала, покажи платье. Оно на в кофточке. Такое платьишко. Потом еще засниму на улице. У нас дождик на улице, поэтому... Дождик идет, накинули кофточку. Все. Ксюша тоже, смотрите, какая нарядная, в платьюшке. Красавица. Что, натерла? Нет, не болят. Все, закончилось, дождь идет. En este maravilloso día, con lluvias, ha terminado la escuela de mi bebé. ¡Yuhu! ¿No? Ándate. Ya llevas a Margarita. Маргарита никогда не ходит на каблуках. Все, натерла. Нет, я не натерла, мне больно. А, просто больно. Готовься на следующий год. Я не пойду. Все, закончилась школа. Походу я натерлась. Я нормально не натерла. У меня нормально ноги. Сейчас непривычки. Только на одному. Да? Вот на... Эй, разувайся быстрее, Маргарита. Что, натерла пяточку? Немножко тут красно. Да. Вот тут это мне было больно. Ты кто там лежит такое? Это кто там все лежит? Пупсик. Вот. А, да, точно. О, даже лопнула, капец. Да. Так, все.
Бонни. А я же, по-моему, тебе фотку давала с Бонькой. Чего ты ее не вставила? Я другую нашла. Карет карнит. Сид карнит, и ты ну нахуй шпилем ферт. Бонни, ты соскучилась? Нас не было всего лишь сколько часов. Сейчас не было. Сеня. Ты тенешь ту, когда вас играть в боулинг? О болос, о... Так, ну что, Маргоша уехала отмечать со своими одноклассниками. Все, уложились? Алло, да. Дети, ты завернулся как гусеница. Что? Мама. А вы спать, вы еще учитесь? У Маргариты уже. В общем, я там в школе поснимала немножко, не знаю, получится что-то показать. Я уже, как я уже говорила, да, не разрешают вообще выкладывать других детей чужих. Поэтому, может быть, где-то как-то обрежу. Покажу, не знаю, может быть, посмотрю. Я на телефон снимала совсем чуть-чуть, когда вот им вручали их оценки. Они там песню еще пели. У меня тут много работы. Это все нужно убрать и отдыхать. Видео, влоги еще обязательно будем снимать. Точно я не буду говорить, какие даты. Как что-нибудь интересное, так я сразу вас оповещу и выложим влог. Так что все. Спокойной ночи. Всем пока, ребята. Целую вас. Пока.